Тирасполь, драмтеатр, премьера. В зале «Аншлаг» на сцене 8 любящих женщин. Крепко, нежно целую. Вы за это заплатите! Я никогда не любила Марселя! Я его ненавидела! Интриги, сплетни и тайны. Детективная комедия. Постановка кишиневского режиссера Дмитрия Коева. Артисты наши. Крови немножко попили, но немного. В целом мы работали с отдачей, с уважением, с юмором. У кое-кого проблемы со слухом. Я сказала, если ты не дашь мне денег, я себя убью. Нет, тебя! Нет, тебя! 8 разных женщин, разные поколения, возраст разный, разные видения на жизнь. История такая. В загородный дом съехалось большое семейство. Встречали Рождество. Неожиданно отца убивают. Под подозрением все. Мама, не ходи, подожди. Никто не должен ни к чему прикасаться до приезда полиции. В мировой драматургии не так-то много, да, пьес, написанных для театра, детективов вообще, в принципе, да, ну, хотя есть. А так еще, чтобы детективное, но в комедийном таком, как бы, воплощении жанре текстовом, ну, достаточно большая редкость, поэтому это одна из самых известных, может быть, пьес, и мы рискнули. Рискнули, получилось, зрителям понравилось. 8 судеб за одного мужчины. Но я считаю, что, конечно, все правильно. Как бы женщины должны держать себя в руках. Деньги не самое главное. Вы знаете, внутренним миром психологии женщин, которые, в общем-то, оказывается, живя в одном доме, настолько, оказывается, не знают друг друга. И вот эти женские тайны, которые у каждой из нас есть, знаете, заставили задуматься о своей тайне. В следующий раз спектакль покажут в апреле. Сейчас театр готовит еще несколько премьер. Следите за афишами.